В День памяти и скорби в Тобольске у мемориала «Бессмертный полк» собрались руководители города, церкви, представители общественных организаций, студенты и школьники. Они возложили цветы к вечному огню, почтили память погибших. Вторая мировая война унесла миллионы жизней россиян. Самое главное, вот наша задача – помнить о них, кто нам подарил этот мир, кто нам подарил жизнь. И ради даже вот чего мы продолжаем жить, трудиться и, конечно, крепить каким-то образом наше вот государство.